Общеобразовательная программа «Художественный труд. Графика и проектирование» проводит конкурс по декоративно-прикладному и изобразительному искусству, посвященный 30-летию независимости Республики Казахстан. В нем принимают участие студенты колледжей, также учащиеся 7-11 классов и наши студенты. На базе нашей образовательной программы прошел мастер-класс по изготовлению самых популярных сейчас эко-сумок-шоперов. Тем самым призываем всех учащихся, школьников, нашу молодежь вместо полиэтиленовых пакетов носить эко-сумки, экологически безопасные сумки-шоперы.